В октябре этого года инспекторы Госавтотехнадзора Московской области проверили более 200 объектов уличного освещения. По результатам проверок выявили около 50 нарушений. Общая сумма штрафов составила 200 тысяч рублей. Об этом сообщает портал РИАМа в Люберцах, цитируя руководителя надзорного ведомства Татьяну Витушеву. С наступлением осени в регионе стартовала операция «Свет», которая призвана своевременно выявлять нарушения в содержании уличных фонарей, световых вывесок и информационных носителей, а также принуждать ответственных лиц оперативно устранять неполадки, если таковые имеются. В частности, в октябре инспекторами территориальных отделов Госавтотехнадзора проверено около 250 объектов уличного освещения. Выявлено 47 нарушений. По каждому факту возбудили административное дело. Ответственным предприятиям, должностным лицам и жителям, нарушившим требования, вынесено 13 предупреждений и 34 штрафа на сумму около 200 тысяч рублей. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.